Примерно так пассажиров аэропорта Казань видят специалисты санитарно-карантинного пункта. Их глазами называют специальный прибор. Он называется тепловизор, и именно он определяет пассажиров с подозрениями на заболевание. Ведь у таких в первую очередь повышается температура. Везде футбол. Середина дня. В международном аэропорту сотни иностранцев. Пока колумбийцы ждут свой рейс, специалисты санитарно-карантинного пункта в работе. Вирусы, инфекции, болезни, туристы с температурой – первые в списке подозреваемых. С начала 2018 года это уже около 30 граждан было выявлено с признаками, схожими с инфекционными болезнями. Естественно, мы проводим осмотр и опрос, сбор анамнеза у каждого больного. Вместе с туристами в Казань могут прилететь малярия, холера, лихорадка. Список болезней бесконечный. Чаще всего они попадают к нам из стран Африки и Латинской Америки. Пассажиры, прилетающие в Казань, проходят именно через тепловизирование. Это место журналисты между собой прозвали комнатой массовой проверки. Именно сюда поступает картинка со стационарных тепловизоров. Они работают почти как камеры наблюдения. При большом потоке людей лучше не придумаешь. При выявлении пассажира с повышенной температурой тела вводится ряд карантинных мероприятий. То есть мы выявляем его при помощи портативного тепловизора. После проверяем также обычными термометрами, вызываются бригады медиков. Больного отправляют в инфекционную больницу Казани. Вместе с ним и все, кто был в контакте. Впереди ответственные матчи плей-офф Мундиаля, а это новая волна болельщиков со всего мира. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань.